Лекция номер 5. Лекция «Агентурная сеть. Основные цели и способы реализации». Агенту сети не нужно привлекать на себя внимание. Агенту сети не нужно распространять информацию, что он работает на ФБР кому-либо, кроме агентов ФБР. Агенту сети нужно докладывать о каждых нелегальных действиях со стороны банды, мафии или же коррупционных со стороны госорганизаций. Агенту нужно все фиксировать на миниатюрную камеру со встроенным микрофоном. Агенту нужно включать камеру, как только проснулся, так сразу. Лекция окончена. Вопросы есть? Отлично.